Добрый день, друзья. Сегодня 9 ноября 2020 года. Я на Цыском пруду. В прошлом году я вам показывал Цыский пруд, но я показывал вам парадную ее часть, то есть более-менее оборудованный пляж. Сейчас я вам хочу показать все его русла, ну, то есть весь, какой он есть сам, само себя, этот Цыский пруд. Назван он Австрийский. В Первую мировую войну его строили австрийские пленные. Потомки их сейчас проживают в селе Моисеево и в городе Котово. Этот водоем создан искусственно, то есть он не природного происхождения. Вот книжка какая-то. На долгую память Лидочки в день рождения Нина. 2.7.72 года. КамАЗ. Салтыков-Щедрин. Кто-то любит Салтыкова-Щедрина читать на рыбалке. Так тихо, спокойно здесь. Нахватал я всяких колючек, видите. И вот, друзья, вот здесь вот, вон там дальше был бы выход, но там я просто не пройду. И выходит он сюда. Вот. Он такой весь. Пруд такой, если вы со спутника посмотрите Google Планета Земля, то он весь какой-то зигзагообразный. Рыбак один недавно уехал, меня спросил, ну что-нибудь ловится. Он говорит, ловилось, а сейчас к вечеру перестал. Я вот хочу с вами пройтись до парадного входа, где в основном отдыхают приезжие сюда. Я даже не знаю, я сам, если честно, здесь не ходил. Сам не знаю, куда меня выведет этот берег. А, парадный вход вон там. Потому что здесь, блин, сколько обходить. Эти все зигзаги обойдешь. Просто хотел показать вам весь Австрийский пруд.
Ну ладно, для вас обойду эту заводь и, наверное, выйду на парадный вход. Я еще в кедах, видите, как бы здесь не повязаны были. Ничего, прорвемся. Я в воде тонул, в огне горел. И ничего, еще здоровее стал, чем был. Ой, вот здесь точно ел. Здесь я точно повязан. Здесь немножко сухо. Постараюсь пройти. Да я забрел там. Друзья, ой, я не знаю, где я потерялся. Я не знаю, где парадный вход. А, вон он, нашел. Вон, видно, ловек. Вон он, парадный вход. Ну, можно сказать, я весь пруд монастырский показал. Сейчас я ближе покажу. Вон там, если смотрите, там чуть-чуть каркас от ларька виден. Вот.